надеялись на лучшее. Но... Ему деньги нужнее, чем вам отделка. Юкарный бабай. Когда я узнал, что это алюминиевая проводка... Считаете, это качественно сделано или нет? Вот это все зашьет потом, и все, и до свидания. Как красиво сплели иностранные специалисты провода. Смотрите, слаботочки нет. Слушайте, а вот здесь уже говном воняет. Фу, а тут дверь картонная. Тут отделка получше. Ух, ух. У меня просто нет слов. Но люди уже тут живут. Разочарование. Вот это, блядь, что случилось? Взяли, сдали дом, блин. Люди ей позвали ключи получать. Вот это что такое? Что, мы заехали? Этих денег, конечно, не стоит. Просто герметиком захерачили. Ребята ели. То есть это вот так вам сдают, да? Хотели сдать. Точно. Под надежной охраной. Доверия такому застройщику нет. Хо, ребят, пошли. Тут все открыто. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов, мы с вами снова в Юнталово. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов, мы с вами снова в Юнталово. Мне написали мои подписчики о том, что застройщик хочет им передать квартиры в недостроенном доме и в недоделанных квартирах. Давайте вместе пройдем и проверим, так ли это на самом деле. Вот этот дом, обратите внимание, все закрыто забором, вход только через охрану, сверяют со списками. И вот это дом, который сдали. Точно, под надежной охраной. Вот это уровень у главстроя СПБ. Автобус, на котором главстрой привозит своих зарубежных специалистов. Это, друзья, сданный дом. Обратите внимание, в каком он сохране. По-другому, наверное, не назвать. Висят люльки, видно большое количество строительного мусора. Главное – сдать и получить деньги с эскроу-счетов. Здесь мы видим уже мини-собрание специалистов, соседний дом, дворовая территория, школа, вот детский садик. Это, наверное, чтобы дети по горкам бегали. Большая парковка, здесь освещение немножко не доделали, ничего, пусть торчат провода. Видим газовые баллоны, в нарушение норм пожарной безопасности отсутствует система пожаротушения, должны стоять огнетушители специализированные. И вот эта парковка, в которой застройщик продает места. Ну, а если вам вдруг приспичило, по маленькому или по большому, биотуалет, друзья, к вашим услугам. Так, это вам квартиру, которую вы пришли на приемку, да? Раз, два, три комнаты, да? Да, две комнаты. То есть это вот так вам сдают, да? Хотели сдать. О, смотрите, а это что такое? О, лаваш, кто лаваш любит? Давайте вам микрофон одену. Вы сегодня пришли, Сергей, на приемку квартиры. Да. Что вам? Вы просто сюда вам сказали, куда подниматься, вы пошли смотреть. Представитель застройщика здесь есть? Ну, кто-то был на первом на улице. А, то есть через охрану, то есть они по спискам, и вы пошли сюда, да, смотреть. Да, по спискам. Сказали, с какой мы квартиры. Ну, понятно. Поднялись посмотреть. Как вы считаете? Я вот смотрю, вот просто здесь плинтусов нет. Это прям все в пылище, в говне каком-то. Тут, смотрю, шпаклевка осталась, тут красили, не докрасили трубы. Здесь они откос до конца не доделали. Вон, как обрезали ножиком, ну это просто жесть какая-то. Ребята ели, здесь вот это засохло, оно здесь уже лежит, наверное, год. Вот так выглядит подрезка ламината. Все в соответствии с нормативами. По 10 сантиметров надо правильно оставлять припуск, чтобы вы 100%, вот у нас есть сотрудник с «Авангарда» улыбается. Не, согласитесь, это же по СНИПам все. Конечно. По нормативу, для того, чтобы дольщик, соответственно, видел, что там действительно есть стяжка. Так, это у нас балкон. На балконе у нас большое количество грязи. Тут ни хера никто не отмыл, ничего не убрал. Тут заглушки нет, там нет, пена торчит. Блять, вообще как так можно было? На пол смотришь, просто офигеваешь. Ни уборки, вообще ничего. Так вы пальцем постучите по нему. Я не знаю, он там умер уже год назад. Там что-то каска лежала в туалете.
А, ну вот здесь тоже подрез, да, вот они его поставили. Блин, вот как ровно сделана стенка, смотрите. А почему они ровные должны быть? Чтобы вот это просто глаза бросается постоянно. Ну и ну, как-то вон. А, тут две. Блин, нифига себе! Ребят, принимайте, у вас тут склад. Будем продавать. Быстрее, быстрее, унитазы на Авито, там 1500 рублей, сейчас обогатимся. И умывальники, наверное. В Авито есть же учетка? Да. Давай быстро фоткаем, открываем коробки, все сдаем. Компенсация, да. Ну вот это, блин. Ну слушайте, ну, не знаю, в 23-м году вертикальная разводка системы отопления по мне уже и с компенсаторами в квартире, это, конечно, нечто. А, да. А потом, знаете, удивляемся, почему в квартирах всегда все такое в говнищах. Они вот здесь склад устроили в чужой квартире, купленный людьми. Люди пришли на приемку квартиры, сюда их отправили, но тут какая-то просто вот жесть. Я вот на это тоже смотрю, на этот угол. Вот у него был нож, вот он как им вел, как вот смог ровно обрезать, он так и обрезал. Амурские волны. Блин, и обои здесь еще не наклеены. Тут еще, тут обрезали криво. Господи, ну что ж такое? Я, честно, главстрой. Просто позорники. Это подложка под ламинат. Она, вы видите, специально вам показали, что подложку мы положили. Что кстати, есть? Подложка самая дешевая, и из-за нее периодически бывает такое, что хрустит ламинат, когда ходите. Сколько она миллиметров, интересно? Так, это у нас входная группа. Здесь все в побелке. Интернет от Ростелеком. Но колпачки защиты, это вы потом сами уже снимите. Плинтусов здесь тоже нигде нет. Это у нас санузел. О, да есть свет. Арматуру вам оставили. Слушайте, здесь есть строительная каска. Вот это подвод воды сделан. Счетчики установлены. Ну, хотя бы запорная арматура есть. Тут должен закрыть, наверное, еще пластик. Слушайте, какая классная вентиляция. Смотрите, друзья. Вообще супер. Из туалета в ванну. То есть вот она должна высасывать. Там губ ничьих нет с той стороны, чтобы высасывать. И вот еще, да. На скотче держится. А смотри, как плинтус приклеили. Вообще просто трындец. Да, грязно. А здесь он вообще, вот стена кривая, даже плинтус из полистирола не может туда загнуться. Технологическое отверстие, было огромной дырень, просто обратите внимание, как это все зачеканено. Но понятно, да, что когда будут сверху разговаривать, вы будете всех слышать так же, как и снизу. Вот это санузел. Это второй санузел. Ну, тут ванна должна стоять. А ванной-то тоже все, нет? Не будет или... Я вот не понимаю, как можно людей приглашать на приемку квартиры, когда на потолке просто вот, я не знаю, чем они тут говном мазали, что ли, потом окрасили. Просто, я не знаю, где руки у человека? Если ты не специалист, нахера вы их сюда отправляете? Тут щели у плинтуса, тут какие-то подтеки. Здесь у них затирки не хватило, обрезаться ровно, блядь, не смогли. И вот эта вентиляция в ванну, друзья. Из туалета в ванну. Как отсюда что-то будет вытягивать? Да никак не будет вытягивать. Тут воды даже нет. Он скотчем закрыли. Блять, вообще просто. Позорники. Ну, трубы криво, косо. Здесь он тоже, смотри, что-то уже переделали. Блин, здесь просто местами, вот здесь в углу, например. Не знаю, может потом герметиком, конечно, закроют. Но, блин, почему у вас затирки не хватило? Слушайте, вообще какой-то космос. А вот здесь, смотрите, как с наличником классно сделали. Они не смогли его ровно поставить и просто герметиком захерачили, он уже сполз. Он, смотрите, как зачеканили. Обоев не было, что ли? Обоев тоже не хватает. Здесь их нет. Вот так сдают дома, друзья. Застройщик сдал дома полгода назад, а ключи вытащить не может. Ну, обои уже отваливаются. Блять, тут что-то в каком-то говне все. О, есть выключатель. Смотрите, какой классный. Сам провода соединил и вперед. Это что-то мокрое. Прям с коробкой кого-то. Что? А это герметик, похоже. Сергей, как впечатление от новой квартиры? Ну, этих денег, конечно, не стоит, которые отдали. В ипотеку взяли? Да, конечно. А не хотите написать застройщику заявление на возврат квартиры с доплатой по рыночной цене?
как я не знаю, как вот вообще жить можно. Кое-где галеные провода там торчат, недоделано, санузлы недоделаны, с вентиляцией вообще фиг поймешь что. Все в какое-то грязище, просто здесь вот пыль строительная вековая, плинтусов нет, обои уже все расхерачены, вон следы тут от них. Я не знаю, может они что-то могут предложить, чтобы... И нафига вас вообще позвали ключи получать, если здесь просто еще в коридоре там света нет? Они там что-то там делают, там бегают, прыгают. Больше то, что у них срок до 30 июня у нас по договору. Хотя обещали намного раньше квартиру отдать, чуть ли не до Нового года, чтобы мы заехали. До Нового года какого года? Не уточнили? Да, слушайте, это вообще просто. Вот как можно передавать, сдали недостроенный дом и передают недостроенные квартиры. Главстрой СПБ. Слушайте, я в шоке реально. Ну, тут даже карандашиком отмечали, блядь, стереть риску. А, нахера, ну, сами отмыли. Что-то вставляли еще, видать, какие-то эти проставки, или что здесь? А, слушайте, да. Ну, это, в принципе, может закроется. Не, ну, это плинтусом закроется, я надеюсь, ничего вида не будет. Ну, блин, ну, вот это что такое? Где так подрезано еще? Вот это что такое? Как-то это просто тут или валяется? Ну, это кладется, потом просто все обрезается. Ну, блин... Это же главстрой, они умеют строить. Говнострой, да. Я с вами согласен. Да. Тут, знаете, потом надо вызывать этот клин, который тебе вообще сказать, ребята, потолки мойте, нет, следующую компанию звонить, чтобы вымыли вообще все. Или лучше прийти, знаете, с этого, с огнеметом кого-нибудь возьми, чтобы он просто выжег здесь все. Чтобы уж точно, знаешь, что здесь ни клопов, ничего не будет. Потому что я смотрю на это... И не удивлюсь, что они это делали прямо вот здесь. Такая же пыль, она и под ламинатом, под подложкой. Не-не-не, я про вот этот засохший сухарь. Да иду. Даже не убрали. Так, да, ну так позорники, да? Позорники. Про ограничители двери я вообще молчу. Вот стенка будет ограничивать. Наверное. Но тут тоже вон красота какая. Да уж. Пойдемте дальше посмотрим. Религия не дает хлеб выкидывать. Посмотрим, что вот здесь-то с коридором. Вы же... Купили не только квартиру. Ну да. Так, это у нас межквартирный коридор. Это выглядит вот так. Я не вижу. А здесь вообще вот слаботочки до сих пор нету, потолков нету, света нету. И вот это они сдают квартиры. Обратите внимание, вот, пожарной сигнализации нет. Вот здесь должен быть выход. Нету. Вот здесь электричество 220 висит прямо над головой. Здесь вот видим сейчас ремонт, уборка какая-то происходит. Вот ванны привезли. Вот как такое вообще бывает, что просто вот так взяли, сдали дом, блин, люди ей позвали ключи получать, мы пришли сюда за ключами, а здесь просто какой-то же скач. Все в пылище, вон, вместо звонка тут вон три провода торчат. И обратите внимание, все квартиры вот в таком же состоянии. Все квартиры, друзья. Как можно приглашать людей? Это у нас лифтовой холл. Вы обратите внимание, вот это, блядь, что случилось? Землетрясение в Питере было, я не знаю, что здесь произошло. Лифты до сих пор, какое-то такое ощущение, вот там свет горит, что там монтаж идет. Здесь порожков вообще нет. Вот это что такое? Смотрите, сколько здесь штукатурки, 4-5 сантиметров. Это просто трындец, какой перерасход и какая нагрузка на фундамент. Здесь оголенные провода. Гипсокартон, блядь, что происходит? Почему все так через одно место? По лицу вижу, что у Сергея в шоке. Ну, и у вас такая нервный смех, да, как да, и у меня. Это честно, есть. Ну вот все ожидаешь от главстроя, но вот такой реально подставы. Вы приехали из Оренбурга? С Оренбургской области. С Оренбургской области специально, чтобы сегодня принять вашу квартиру. Вот так. Вот люди переезжают в Санкт-Петербург, в северную столицу, покупают в лесном массиве квартиру, их приглашают, заранее записывают на приемку, приезжают. И вот и что вы сейчас чувствуете? Разочарование. Я думал, что мы уже будем тут жить к лету. Ну, что-то не срослось. Другие корпуса сдали раньше, хотя по срокам их на полгода позже. Что застройщику хотите сказать? Ну, чтобы он менялся, потому что это не дело. Да я даже не знаю, тут слова, мне кажется... То есть у вас нет нормальных слов, только нецензурные напрашиваются? Так и есть.
Можно нецензурно говорить. Он уже этого достоин. Но это просто позор, это вот мягко сказано. Это, на двери смотрите, это же просто... А, это пенопласт. Мы изначально другой хотели корпус взять. Там и был подешевле, но сроки на полгода позже. Сейчас мы... А его, получается, раньше сдали? Его еще раньше сдали, мы самый чуть ли не последний корпус, который сдаем. Задержка у них есть по этому корпусу или нет по сдаче? Ну, у них до конца этого месяца. До конца этого месяца. Еще три дня у них есть. Ну, понятно, да, что ничего не нужно подписывать, нужно предъявлять претензию, потому что здесь вообще позвали в недостроенный дом. Понимаете, вы же не только квартиру покупаете. Как вам общие места понравились, то, что вы увидели? Там капремонт должен уже быть. Мы не успели рассмотреть, там в темно. Ну, темно, да, но пыль там вообще. Единственное, что спасает, это вид с общего балкона. То, что там вид на лес. Не, ну у вас из окна тоже, в принципе, вид такой, ничего. Во двор здесь, смотрите, даже траву посадили. Потому что я когда здесь был, здесь даже травы не было. В общем, здесь вам только что пожелать, может, терпения, наверное, это самое главное, и удачи, потому что здесь, мне кажется, это без удачи вообще ключи даже не получишь. Тут будешь бегать к ним 10 раз и пытаться принять квартиру, которую они не могут достроить. Отношение к дочкам, как будто люди тут за 100 рублей квартиру покупали, они никаких отчетов, ничего не предоставляют. А подходите сюда ближе, чтобы вас тоже слышно было. Сроки могли бы написать, там, всем разослать письма, что так и так, не укладывается. Ну да, вы же с Оренбургской области приехали, но это трындец реально. Они так, вот, приходите, пожалуйста. Да, если вам горит, принимайте такую, что тут принимать, ни сантехники, ничего. Прислали записный прием, когда записывается только можно в один день. Вот такие рамки, что, ну, 10 минут все удается выбрать. Пришлось отпрашивать, там, например, на работе. Там, как вы слышите, да? Звукоизоляция, представляю, какая здесь будет. Да, у меня тоже нет слов. Пойдемте еще посмотрим все остальное. Я еще тут сверху увидел тоже. Да, ну да, здесь вон обои отклеены, здесь они вон. Видите, тут просто там кусок дырки, не хватило обоев, ребят. А, и все отвалится. Ну, красавцы, что-то сказать. Классно сделали, молодцы, 5 баллов. Ну, здесь тоже отделки нет, вообще никакой. У меня вопрос к Гостройнадзору. Гостройнадзор, ваши где глаза были, когда вы вообще вводили вот в эксплуатацию недостроенный дом без... пожарной сигнализации без какой-либо отделки. Что-то свисает. Лучше не трогайте. Видите, кого-то уплотнителя не хватило. Тут что-то тоже типа деформационного шва. Здесь пену еще никто даже не зачеканил и не обрезал. Это просто вот она здесь подзатухла. Потихонечку. Второй день выходной, меня все устраивает. Лестничные марши. Ребята, пойдемте поднимемся. Вы за это тоже заплатили все, если что. Ух! Ну, еще более-менее. Давайте, давайте наверх пошли посмотрим. Последний этаж, он всегда показательный. Блин, ну тут вообще что-то как-то это... Как вам отделка-то, кстати? Нравится? Огонь? Вот здесь, смотрите, цемент виден, молодцы. 18 этаж, нумерация от застройщика, молодцы, спасибо. Пеной монтажной, да. Кому-то не долили пену, а кому-то этажность написали. Ну, слушайте, чем выше, тем мусора, наверное, больше, да, похоже. Это от ручки, да. Вот что бывает, когда у вас нет ограничителей. И квартира от главстрой СПБ. В Англии, наверное, хорошо жить. Там главстроя нет. Только учредители. Все в бетоне, в цементе, ничего не отмыто. Ни одного указателя. 21. Спасибо рабочим, что хотя бы это написали. Карандашиком, монтажной пеной.
Но люди уже тут живут. Люди уже живут здесь? Да. Нижние этажи уже приняты. Офигеть. О, там был цемент, здесь уже другой материал. В общем, что было, тем заляпали. Там, наверное, уже крыша. А пойдемте наверх, может, там открыто. Побудьте со мной, Андрей Артемовне. Техэтаж. О, да, грибочки. Что у нас тут наверху? Камеры висят. О, хотя бы говна нет. О, ребят, пошли. Тут все открыто. Главное, не упадите от железки. Классно, да, сделали, смотрите. Вентканал, куча мусора. Система громоотвода, вентиляция канализации. Вентиляторы для дымоудаления. Отсюда, конечно, классный вид. Мы видим старый Юнталово, который должен был быть вот таким пятиэтажным. Но сейчас строят, друзья, вот такие высотки. Градильня дымит, парит. Вот так все сдали. О, нормально, смотрите, как система работает. О-о, раз, а здесь и нет никакой стыковки. Красавчики. Вон тут монтажная пена, уже он скоро высыпется. Нам вся. Тут не закрыли. Блин, почему все не доделано? Почему вот здесь никакой гидроизоляции вообще сверху нет? Кусок бетона и все. У меня просто нет слов. Шпатель, битый кирпич, остатки трубы. Вон здесь как классно сделали. Что это вообще такое? И вы позвали своих клиентов на приемку квартиры. Да на колени уже перед ними нужно падать, целовать ноги и бонусом эмблировать все. И вымыть, естественно. Это что за позор такой? Сдали дом. Ух, как ровно сделали ограждающую конструкцию. Да, единственный плюс, это пока есть лес, пока его еще не вырубили, не застроили домами. О, нормально, гидроизоляция. Нормально. Ничего, скоро все отвалится. Интересно. Как кровля? Местами плитка, что-то сверху есть даже. Ну, плитка это для того, чтобы ходить. Для обслуживания. Ставить что-то тяжелое, чтобы кровлю не промять. Тут криво-косо, но хотя бы герметиком залепили. Ох, смотрите, какой отсюда вид. Да, вот самое, что здесь красивое, это вот с этой точки вид на Лахта-центр, друзья. А вот для авиации маяки. Ну, они должны гореть ночью, но не днем. А, нормально, за электричество заплатят жильцы. Вот один из них. Качество на первую букву Г. Просто позорище. Как так можно было делать? Ну что, пойдемте на последний этаж прогуляемся. Как вам впечатление от кровли? Ну, как сказать? Так и скажите. Тут отделка получше. Здесь отделка получше. Меняем вашу квартиру на кровле. Перепады. Так, давайте еще сюда зайдем, выйдем. Да, трещина-то такая приличная, сверху донизу. Мне кажется, туда опасно выходить. Ну, надо аккуратно выходить. Камеры повесили, слушайте, трындец. Страшно, да. О, ну-ка, что у нас тут? Система «Умный город» у нас. О, а тут дверь картонная, смотрите. О, это крыша ваша, ребят, техэтаж. Все открыто, сдали дом. МЧС вообще где был? Вы посмотрите на это все. Это что такое? Это все не горючее, что ли? Откуда столько мусора? Ха, и тут все открыто. Заходите, вон, берите, что хотите.
куча всего нужного и ненужного. Бля, все сделано по старинке, трындец. О, такой раз сюда. Гофу закинули, блин, все в мусоре. И, друзья, вы же понимаете, что здесь никто ничего убирать не будет. От слова совсем. Вот оно, электронное оборудование. Я не знаю, что это, интернет или что это такое. Лифты или что у них. Почему все открыто? Почему все в таком состоянии? Почему здесь склад стройматериала? Трубы какие-то, там битый стройматериал, куча мусора. Как так вообще? Как? Слушайте, а вот здесь уже говном воняет. Смотрите под ноги, чтобы никуда не наступить. Да, вот это, уважаемые жильцы, вот так выглядит ваш техэтаж. Самый-самый последний этаж. Пишите в комментариях, как вам то, что вы увидели. И как вы считаете отношение главстроя к его клиентам. Давайте спустимся вниз на последний этаж. Очень аккуратно. Доверия такому застройщику нет. Некоторые руферы специально лазают, что-то замки взламывают. Приезжайте на стройки главстроя, тут все открыто. Прыгать Алло. Можно откуда угодно. А, блин, я уж подумал, говно лежит. Плитка есть? Плитка нужна? Кучки были, да? Соседи писали в чате? Последний этаж, обращаем внимание здесь, отделки тоже нет. Тут вообще в темноте. О, отлично. Ламинатик. У них приемка в четверг. Приемка в четверг у них? Да тут конь еще не валялся. Тут еще работа, наверное, на неделю. Вон, пойдемте, где свет. Большое количество стройматериалов, грязище, видна отделка стен, нет отделки потолка, слаботочки нет, пожарной сигнализации нет, вот от нее кабель. Сразу вопрос, как приняли квартиры, как приняли дом? Господи, первый раз вижу, как красиво сплели иностранные специалисты провода. Смотрите. Вот плести они умеют. Но строить, как показала практика, не очень. Это ванная комната. В четверг уже придут принимать. Сегодня вторник. Осталось 2 дня. Здесь нет ни одного строителя. Обратите внимание, Сергей, посмотрите, вы тоже. Вот как шумоизоляция работает. Сверху, вот там на перекрытии, закинули кусок базальтового утеплителя и все. Вот это все зашьет потом, и все, и до свидания. Сойдет. И так сойдет. А потом удивляемся, почему слышно. Ну, хотя бы сетку применяют, чтобы избежать трещин. Это типа кухня, по-другому это не назвать. Труба окрасить? Не, нахера. Бля, вообще просто. Просто какой-то, блин, жескач. О, что у нас тут творится? Кусок стены упало или просто утеплители? Они здесь, наверное, сидели, отдыхали, все понятно. Ребята устали. А вот смотрите, смотрите, как заделано. Обратите внимание, друзья. Сергей, смотрите. Вы строитель, Сергей? Ну, я электрик. Вы электрик. Вот отлично. Вы строитель? Бухгалтер. Бухгалтер, отлично. Вот бухгалтер, посмотрите сюда и скажите, как он. Считаете, это качественно сделано или нет? Это вот на шпатель кинул. И вот здесь, просто... да, вот здесь, если посмотреть, вот там просто дырень какая-то, я там не удивлюсь, что будет свет. Будет свет. Как, кстати, вы как электрик здесь оцените, дадите свой взгляд на электрический? Ну, то, что когда я узнал, что это алюминиевая проводка. Здесь алюминиевая проводка? Да. Супер. Я был немного в страхе таком, что может что угодно произойти. Скорее всего, придется все переделывать. Классно. И ремонт застройщика. Может быть, это проще продать, его дешевле будет. И купить в другом месте. Квартира вроде подросла в цене. Ну да, это же плюс. Продать ее не мучиться. Сейчас, наверное, таких условий не найди выгодных. Вон, смотрите, какая красота. Кабель, оплетка и штукатурка. Да. Ростелеком.
И вот этот, друзья, межквартирный коридор. О! А вот смотрите, противопожарная муфта как выглядит. Вот ее крепят, там находится вот здесь порошочек, который при температуре увеличивается в разы и полностью зачеканивает трубы, чтобы огонь никуда не переходил. Ну, понятно, да, что вот вы, конечно, электрик, не сотрудник МЧС, но понятно, что не дай бог здесь что-то случится. Здесь уже все открыто, лежит рукав для пожаротушения. И вот он здесь есть, но он просто, наверное, мы его не видим. И здесь невидимый тоже, тоже невидимый рукав. Вот здесь, это типа деформационный шов, наверное, да? Ну, слушайте, ну вот сюда у меня рука залезет еще дальше. Боюсь часы поцарапать. Вот здесь обратите внимание, как застройщик классно задел технологические отверстия. Вот эти прямоугольники сверху закинут. Базальтовый утеплитель, его остатки. Там уже сверху мы видели тяжка в тех помещениях. И все, вот он. Здесь даже нет крепления противопожарной муфты. Вот она здесь лежит, и то она, размер сюда не подходит. Это все вот так. И вот сразу вопрос, как сдали этот дом? Где был стройнадзор? Где? Куда он, честно говоря, смотрел? Мне непонятно. Ну, лифтовый холл. И вот здесь, кстати, отличается только от вашего этажа, что здесь большое количество дверей, прям все в коридоре, все открыто. А вот смотрите, а здесь другая была бригада, здесь они так плести не умели. Блин, смотрите, ну это просто вот так шедеврально сделать. Красавчики. Тут можно хабарики сюда потом запихивать, фантики. В общем, все в одном и том же. Давайте еще пройдем. Здесь где-то сказали, что затопило аж 5 этажей. Очень интересно бы посмотреть, что там произошло. Это в каком этаже было? На каком этаже, Сергей? Я не знаю, насколько это актуально, но где-то в районе 12 этажа что-то было. Ну, идемте на 12-й. Ну, там, скорее всего, уже люди живут. В затопленных квартирах, да? Ох, страх-то какой, господи. 12-й этаж. Здравствуйте. А смотрите, какая красотища. О, тут уже немножко чище, все поубирали. Направляющие чище. Под потолок уже есть. Угу. Пожарные датчики все закрыты колпачками. Распредкоробочки, красота, все открыто. Гвоздик, на котором когда-то висела чья-то одежда. О, а тут смотрите, уже эти откосики-то закрыли, закрыли. Сто тринадцатый еще ремонт идет в ванной. Что, давайте еще пару этажей вниз спустимся. Угу. Здравствуйте. Отделка лифтов, лифтового холла. Пойдемте на 8-й зайдем, посмотрим. 8-й этаж. О, как двери вы. Смотрите, она уже гниет изнутри. Это экологическая дверь. Какой? Заходите. Тут еще, конечно, много грязи. Шикарная отделка. Так, ну чего у нас тут? Тут что-то они закрывали, до конца не закрыли. Блин, ну это даже не эконом. Тут даже потолок уже есть. Ну тут есть потолок, да. Вон, видите, вот выход повесили, но ничего не работает, потому что ничего не подключено. Уплотнители живут своей жизнью, и вот все вот такое. Шикарный застройщик, шикарная отделка. Давайте еще пару этажей вниз. Вон, видите, как они ЦСП заделали, и все. Вот, закрыли куском ЦСП, интересно. Это просто вот же скач. Вот как он вот это красиво сделан, ровно? Так и останется интересно. Ну, он, конечно, уже прикрепили на саморезы. Вы думаете, вам что-то здесь панно какое-то повесит, главстрой? А как там лозунг у главстроя? Не помните? 5-й этаж. Спасибо, что строители написали карандашиком на стенке.
Глазстрой даже не удосужился поставить нормальные указатели. Торчит пена. Здесь должна быть личинка замка, ее нет. Проходите. О, скрип двери. Тут чуть чище. Ну вот, смотрите, здесь даже ЦСП, вот они до верха его не смогли докрепить, и снизу тоже дрянь, блядь, как так? Блядь, ну вот это что такое? Я уже ругаться реально начинаю. Это просто, что за колхоз? Вы себе дачу строите, блядь? А вот это, Сергей, вы электрик, у вас должен быть глаз алмаз. Вдруг мне подписчики не поверят, блядь, но он вот так стоит, я уже в шоке реально, вот так, да? Это какой-то специальный уровень. Он в уровень стоит, Сергей, или нет? Нет. Не в уровень. Ну, это просто трындец какой-то. Наверное, чтобы пыль сюда ссыпалась. Вот это что такое? Где плитка? Это что за осьминог из гофры? Кусок бетона вообще откололся, когда долбились. Ну, забрало, как обычно, у главстроя. Ну, хотя бы не валится. Тут как будто полы помыли когда-то. Да. Ну, они, наверное, здесь что-то должны, конечно, но вообще должны сдавать нормально, без малярного скотча. Да, мы тоже, думаю, придем принимать квартиру. Тут будет чисто, красиво. Да, вот здесь такое ощущение, значит, дробью кто-то долбанул, и вот она вся вот так разлетелась, и дырок наделала. И так бетонную плиту плохо покрасили. А вот это, смотрите, как круто. Это вентиляция, вентиляция для электричества. О, двери. Слушайте, это вот так все останется, ёкарный бабай, это вот так все даже зашивать не будут. Какая красота! Зато все жильцы знают, что в их доме есть красивые трубы. Тарарам! Как думаете, есть здесь? Наверное. Тут должно быть. Да, здесь должно быть. Здесь вот переходничок, он невидимый. Ну, здесь аналогично. Ну, хотя бы говна нет. А вон, да? Это просто какая-то жесть. Знаете, такое ощущение, я даже не знаю, что это. Это не капремонт, не долгострой даже. Это же щит какой-то. Ну, да. Ну, я полагаю, что нет. Вот это что такое? Вот это. Оно же, ну, так оно не держится ни на чем. Там саморез сколько? Саморез на 2 сантиметра, наверное. Я, честно, поражен. Главстрой может пробить свое дно. Да. Ну что, вот это тоже, да, смотрите, как. В каждой лифтовой кабине главстрой СПБ. Плитка как другая. Фибротек. Купили самое дешевое. Раньше они металлом закрывали, а теперь решили вот такими панелями на золотистых саморезиках. Криво, косо, зато недорого. Наверное, собственник решил новую виллу себе в Лондоне купить. Ему деньги нужнее, чем вам отделка. Первый этаж. Вот такая красота. А здесь, смотрите, это для вентиляции, чтобы зимой вы больше платили за отопление, чтобы все уходило. Уплотнитель уже все. Отсюда он даже уплотнитель убегает. Здесь спал, что ли, кто-то или мылся. Вообще просто какой-то трешняк. Ну, торчит пена, ничего не зачеканено. Пойдемте еще входную посмотрим, засниму. Входная группа. Единственный лифт. Да, здесь что-то хотя бы более-менее. Но если поворачиваемся немножко в сторону и видим вот это все убожество. Вид такой полностью, что все недоделано, сдано на скорую руку. Живи в Юнталово. Здравствуйте. На приемку? А здесь, чтобы вы точно отсюда не выбежали, если, не дай бог, пожар, чтобы просто вот все замуровали, вон там просто ОСБ закрыли дверь, чтобы ну вообще просто все, померли здесь. О! Вместо пристегнутых велосипедов здесь шпатель. Примыкание шикарное, зато все в видеокамерах. Красавцы. Красавцы. Молодцы. Главстрой – это лучший застройщик в Питере. Лучший, нам показалось. Как впечатление? Смотрю, что-то у вас лицо еще грустнее стало. Надеялись на лучшее, но... Закрадывалась капелька надежды. Что главстрой все-таки может ударить стариной. Ну, могли. Мы могли не попортить свое лицо.
Надо было принимать, да, шикарно. Там у вас столько много всего, заезжай, и это, наверное, живи. Заезжай, живи, продавай унитазы на Авито и делай отделку за застройщика, да? Ну, ждем следующего приглашения. Надеюсь, они исправятся. Я очень на это надеюсь, но, честно, я в это верю с трудом. Я вот, честно, в шоке от того, что здесь я увидел. Это самая, наверное, худшая, не считая ЦДС, сдача дома. Сергей вообще молчит, даже ничего не говорит. Ребята приехали из Оренбурга, да, чтобы принять квартиру. Потратили деньги на проезд, гостиницу. Хотели принять, там, ремонтом заняться, там, мебелью, а тут на тебе. У нас за такие деньги можно хороший дом построить. В Оренбурге, да? Может быть, не поздно продать и там дом построить, и забыть про этот Питер? Посмотрим. Я, конечно, сильно поражен тому, что увидел, и безразличие застройщика к своим клиентам. Пишите в комментариях, что думаете вы по сдаче нового объекта от главстрой СПБ. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео, чтобы как можно больше людей увидело позор застройщика. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи!